Грандиозное баскетбольное событие в Курске. Битва за титул. Встречаются команды «Динамо Курск» и УГМК «Екатеринбург». 2 мая – спортивно-концертный комплекс. В фойе СКК вас ждут выступления музыкальных коллективов областной филармонии. Аниматоры, клоуны и артисты для детей. Аквагрим для всех. В большом перерыве – танцевальные номера детских коллективов и конкурсы с призами и подарками. Ритм игры будет поддерживать оркестр Курской филармонии. Приходите всей семьей, не пожалеете. Встречаемся 2 мая в 18:00 в СКК. Все на битву, все на баскетбол, все на любимую команду.